Всем доброе утро, мои хорошие. Пока что я сейчас пью кофе, но уже заканчиваю пить кофе. Сегодня у меня грандиозная уборка, не знаю, разбор гардероба. Наконец-то я созрела, девочки. Я уже, почти неделю, наверное, все никак не могла созреть для того, чтобы перебрать вещи. Мне нужно зимние вещи убрать подальше, летние достать поближе, чтобы они были. Какие-то вещи нужно раздать, отдать, которые не нужны, которые мне только место занимают. И я очень долго не могла созреть, потому что такая, знаете, вот дилемма, вот проблемы две, самые главные. Первая проблема – это расстаться с ненужными вещами. Вот просто, знаете, вещи какие-то есть, они, что-то, какая-то вещица, может быть, где-то мала, где-то там чуть-чуть мала. Я думаю, вдруг похудею. Я, правда, бывает похудею, а потом опять начинаю набирать. В общем, колеблется вес. Потом какая-то там вещь, может быть, на выход годами висит, а вдруг куда-то выйти надо будет. Просто потом, когда нужно выходить, я одеваю то, что мне поудобнее, и пошла. И вот висит годами. В общем, расстаться с любимыми какими-то вещами очень сложно. Вот есть у кого-то такая проблема? Напишите мне. И вторая проблема. Ладно, уже решила, допустим, от вещи от этой избавиться. Куда ее девать? Вот, допустим, вещь хорошая, новая, одела, может быть, один раз. Но где-то что-то вот некомфортно, что-то где-то вот не прижилось. И вот вещь новая, выбросить жалко, отдать, может быть, некому, и никого нет с таким размером. И вот вторая дилемма, куда эту вещь деть, кому отдать. Потому что, сейчас вот вы знаете, мы так мало друг с другом общаемся. Может быть, собиралась выставить это на продажу там на Авито куда-то. Для меня вот целое дело вот это вот на Авито выставлять одежду. А потом еще, знаете, мне не хотелось бы, чтобы чужие люди заходили ко мне сюда. А им, может быть, нужно будет померить эту вещь, да. Но я вот, например, не люблю, когда в мой дом входят чужие люди. Вот я противник этого. В общем, из-за этого как-то вот я и не выставляю тоже это все на продажу, но нужно, наверное, как-то этот вопрос решить. В общем, ладно, не буду долго вас забалтывать. Короче говоря, сейчас уже бодрячка я хватила, кофе попила и кашку еще овсяную свою съем, чтобы сил прибавилось, и начну. Потому что я хочу во многих шкафах что-то где-то переложить, что-то перебрать, убрать, в общем... Грандиозная работа предстоит, и я не знаю, даже управлюсь ли я за один день это все сделать. А еще нужно сгонять в фикс-прайс и еще добрать вешалок, потому что я вчера вешалки старые поубирала все, выбрасываю их с широкими плечиками. И хочу уже, чтобы все вешалки у меня были узенькие такие, чтобы побольше вещей помещалось, при том, что вещи у меня легкие. У меня уже на пороге стоят два пакета на выброс. Один с вешалками и там несколько ненужных таких уже вещей, которые изношены совсем на выброс. И другой пакет, там всякий хлам тоже ненужный. Я хочу один шкафчик освободить, где у меня там посуда лежит, вот это все перебрать. И туда положить, может быть, зимние вещи сложить. В общем, оставайтесь со мной. Вот они, два пакета уже на пороге стоят. Но их я вынесу и еще пакеты буду заполнять ненужными вещами. Для начала с этого шкафчика я хочу убрать посуду. И вот видите, у меня на полу лежат вот эти вот пакеты, которые я вчера запаковала. Там пальто, куртка. И уберу их в этот шкаф. И еще какие-то зимние вещи тоже сюда планирую положить. Одно дело сделала. Посуду убрала в кладовку. Куртка и пальто здесь. Еще место есть, еще что-нибудь положу. Наконец-то прибрала. Вот на верхней полке у меня здесь нижнее белье, сорочки, пижамки. И вот так все лежит. Все под рукой, домашняя одежда. В гардеробе тоже порядок навела. Вытащила ненужные вещи. С полочек все поскладывала. Повесила некоторые футболки сюда. А на полках у меня стало свободно. Внизу там одежда такая теплая, а вверху почти ничего нет. Джинсы, водолазки. В основном все повесила на вешалки.
В общем, в кулек сложила опять несколько вешалок и вещи, которые уже старенькие, которые уже просто и отдать стыдно. Ну, вот такая небольшая кучка вещей, которые мне нужно будет просто отдать. Вещи в хорошем состоянии, в общем-то, я их не носила. Можно сказать, может, один раз одевала и все. Ну все, на пока все. Всем доброе утро, мои хорошие. Вчера я убирала, и в конце концов я устала, прилегла и больше вставать мне не захотелось. Правда, вечерком я все-таки заставила себя открыть диван, залезть туда и вытащить оттуда тоже некоторые вещи, которые, собственно говоря, отправились прямиком в мусорку. Потому что там уже вещи такие старые, и если я их уже отправила в диван, то это надолго. Ну, надолго, короче, я решила уже избавляться. Вот, ну, в общем, в итоге у меня два пакета еще уже на пороге стоят на мусорку. И один пакет – это то, что я отдам вещи хорошие, новые, но они мне не подходят либо по размеру, либо по цвету. Вот, ну, там немного вещей, поэтому, в общем-то, я не знаю, даже показывать смысла нету. Ну и заодно я уже там прибралась, где полотенчики лежат, в общем, на всех полочках. Честно говоря, утомилась вчера. Вот, сегодня я уже встала, поменяла покрывало на диване, на одном, на другом застелила. И уже в стирку отправляю покрывало, то, которое там было на диване. Вот, хочу вам показать. Покрывало постелила голубенькое, сюда вот это беленькое, очень такое пушистое, классное. В общем, сменила немножечко даже интерьер. Люблю перемены. Ну, а вот тут вот небольшой пакетик у меня вещи, которые, в общем-то, ну, показывать даже не буду, не хочу показывать. То, что я хочу отдать своим близким, а то, что не подойдет им, значит, отдам кому-нибудь из знакомых. Честно говоря, о многих вещах я даже забыла вообще, что они у меня существуют. Ну, и такие вещи, конечно, надо уже просто выбрасывать, избавляться. При том, что я их давно уже заменила другими вещами. То есть у меня уже много разных вот, из одежды вещей, которые я в Васильке брала, и они у меня, в общем-то, уже давно заменили старые вещи. Поэтому от старья, в общем-то, нужно избавляться. Я вам хочу сказать, вы знаете, становится легче прям, как-то легче, немножко просторнее где-то там на полках и все. И, по крайней мере, я перебрала все вещи, я уже точно знаю, что у меня есть. Я вспомнила какие-то вещи, вот. И уже знаю, что я выбросила, просто о которых я не вспоминала и вспоминать больше и не хочу. Да, с некоторыми вещами трудно расставаться, но я вчера прям махнула не глядя. Знаете, у меня бывает такое настроение очень редко. Но когда на меня такое находит, просто надо пользоваться моментом, когда просто уже, знаете, вот так вот махнуть не глядя, сколько можно лежать этой вещи, в общем, выбросить и забыть, вычеркнуть ее вообще. Ну, еще кое-какую обувь мне нужно будет тоже, наверное, отдать, потому что я ее не ношу. У меня есть несколько вот босоножки, там ботильоны есть. Это вот обувь, которую я просто вообще не носила. Вот купила новую, одела один раз, вышла и поняла, что ну, на подъеме в основном. Я на подъеме уже просто не хожу. Я уже привыкла ходить на низкой подошве. У меня и сандали, ну, я уже вам показывала, такие вот с подошвой, как кроссовки, спортмастере брала. Это вот на лето. Ботинки, кроссовки. На низкой подошве сапоги. В общем, все у меня такое на низкой подошве. Все, что на каблуке, но мне нужно будет отдать. Но у меня 41 размер. Вот дело в том, что у меня никого нету из моих родственников либо знакомых, кто носит 41 размер на каблуке. Есть у меня знакомые с 41 размером, но они где-то моего возраста и тоже ходят уже все на низкой подошве. То есть уже вот каблук... подъем, уже тяжело ходить, вот, да и некуда, может быть, ну, в общем, не носят. Поэтому те, которые вещи новые, обувь новая, я ее, наверное, продам, может быть, выставлю там на Авито. Из старого, в принципе, старую обувь, если она мне вот обычно подходит, я ее снашиваю уже в ноль и потом выбрасываю. То есть у меня старой такой обуви не нужно, нету. Ну, в общем-то, и немного. Я обычно обувь выбираю, знаете, вот беру дорогую, хорошую, удобную, чтобы ее прям носить. А вот этот переходный, наверное, переходный возраст, наверное, какой-то у меня был такой,
когда я перешла вот с высокого каблука на низкий. Но это, знаете, связано с работой. На работе я ходила на низкой подошве, потому что в основном-то на ногах, вот консультантом, когда работала. И поэтому я уже привыкла ходить на низкой подошве. А то, что я покупала себе там где-то на выход, вот на высоком каблуке, ну, уже я обнаружила потом, что не могу уже ходить в таких. Так что вот с обувью будет уже отдельный разговор, но не в этом видео. Ну, а сейчас я запускаю стирку, пусть у меня покрывало стирается. Сегодня пасмурно, но дождь вроде не должен быть, и я надеюсь, это высохнет у меня все там за окном, потому что покрывало большое. А что я буду делать дальше, я сейчас подумаю. Пока что только проснулась, только выпила кофе, немножечко хватанула бодрячка. Бодрячок появился, но только пока еще мысли у меня пока не сформулировались, что же мне делать дальше. Ну вот смотрите, в предыдущем видео я два пакета приблизительно таких уже выбросила. И вот еще два пакета стоят уже на выход, на мусор. Девочки, у меня еще есть несколько вещей, которые у меня под большим вопросом. Я их не могу отдать, потому что не могу с ними расстаться. И выбросить тоже не могу. А вещи старые. Вот, например, вот эта блузка. Вот здесь вот такие вот блесточки. И она такая легкая-легкая. Это мне дочка дарила 100 лет назад. Очень-очень давняя такая блузочка. Вот такая блузка тоже. Вот она моя любимая была. Я ее уже затаскала. Но она мне нравится вот за такие вот яркие краски. И, кстати, краски яркие, так они еще и остались. Но блузочка уже такая изрядно поношенная. И тоже выбросить жалко пока что. Ну, пока повисит. Вот есть такие вот несколько вещиц, которые я пока что выбрасывать не буду. Но они уже под большим вопросом. Но, значит, время еще не подошло. Немножко время подойдет. Тогда я все это, то, что не нужно, выброшу. Может быть, появится что-то более любимое, и тогда тоже расстанусь с этими вещами. Пока они повисят у меня здесь. А вот этот халат. Халат, кстати говоря, он такой тепленький внутри. И он прям классный, теплый все. И, кстати говоря, яркие краски, они так яркими остались. Халат дорогой я покупала. Но вот куда-то выйти, может быть, на улицу там мусор вынести или что. Ну, иногда очень-очень редко его одеваю. Но тоже вот выбросить жалко, отдать не могу. Что делать? Пусть пока повисит, да? Ну, все, наверное, перебрала. Уже не знаю я, что мне еще перебрать. Да, сумки еще, девочки. У меня несколько сумок. Ну, вернее, у меня не несколько, 2-3 сумки, которые я не ношу. Но сумки — это такое дело, знаете, если сумка в хорошем состоянии, то ее можно тогда не стыдно отдать, либо продать, если она дорогая. Вот. Ну, я не буду вам показывать вещи, которые я буду отдавать и которые я буду продавать. Ну, по определенным причинам, да. Девочки, что еще я вам хотела сказать? Следующее видео, скорее всего, будет у меня вопросы и ответы. Я уже закинула такой запросик в Инстаграм, там под фотографией моей попросила, у кого есть вопросы, на которые вы хотите получить ответы в видео, вопросы и ответы. Вот, там уже, в общем-то, вопросов мне написали нормально, но если кто-то не видел этого запросика моего, поэтому можете здесь в комментариях написать, какие у вас есть вопросы, на которые вы хотите ответы получить. Если я успею прочитать эти ваши вопросы до съемок этого видео, то они попадут, значит, в то видео, где будут вопросы и ответы. Если на чьи-то вопросы я не отвечу, может быть, вы позже просто напишите, но ничего страшного, на ваши другие вопросы, на следующие я отвечу уже в следующем, может быть, влоге. Поэтому у кого какие-то вопросы есть, задавайте, пишите комментарии. Я на этом видео хочу свое такое коротенькое закончить, потому что, в общем-то, собственно говоря, следующее видео будет уже там готовка. Готовку я не хочу сюда тоже в это видео снимать. Пусть это видео будет коротеньким.
Но, по крайней мере, вы увидели, может быть, я кого-то сподвигла тоже на перебор вещей. А чем еще заниматься, девочки, сидя на карантине? Карантин продолжается, у нас его продлили. Вот, так что, мои хорошие, пишите комментарии. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока!